Всем привет, вы слушаете Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «За Перикла» в партии на 10 человек. Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите ее в описании, ведь всегда интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра! Chemistry is the dirty part of physics.
Yosemite Valley to me is always a sunrise. Я был в Йосемите. Англичанин, я что-то не понял предложение. Но мне этот город нравится. Посмотрел, он унылый какой-то, подумал, зачем он тебе? Где он? Блин, это же твой город. Медина. Справа от Новгорода. А тебе зачем он? Ну, чтобы я из игры не вышел. The Cold War is not thawing. It is burning with a deadly heat. Хочешь посмотреть, чем все закончится? Ну, приблизительно я уже вижу, но хочу убедиться. Карты раскрывать не буду. У меня почти со всеми союз, я вижу очень много. Это очень интересно наблюдать. На самом деле ты еще и очень сильно мне мешаешь этим. Так что... Я понимаю. Ну что поделать, война такова. Которую ты начал? Я предлагал всем мириться. А кто-то пояснит механику оккупированных городов? Они приносят какие-то колбочки или молотки казну общую? Нет. Тогда все правильно я делаю. Спасибо. Ну фиг знает. Борга. Я бы поспорил. Предложение. Ага. Есть юнит. Хотел английские города, ты их получил. Это не спортивное поведение называется. Австралия, вот. Посмотри, как тебе такое предложение? Короче, дай союз Англии, пожалуйста. Я буду молча смотреть, никому ничего не говоря. Вообще странно, что такой абуз механики как бы не банится самой с передачи. В смысле абуз механики? Другим игроком города где-то от меня в жопе мира, просто чтобы не убить человека, это как-то мне кажется неправильно. Но объяви войну греку. Так мне туда идти полкарты. Чувак отдал ему свой город, который он захватывал. Не, просто это же абуз в шестерке. Я согласен. Усталость от войны эскалируется, ты когда человека убиваешь, она полностью пропадает, а так ты вынужден ее терпеть. Выглядит странно и с точки зрения атмосферы, просто передать город где-то там, чужой. Нереалистично.
Хотя нет, почему? Правительство в изгнании. Ну, правительство в изгнании не управляет городом, в котором сидит. Так я и не управляю, в чем дело. Ну, просто граждане мне до сих пор верны. Там листовки сбрасываю, то что мы вернемся, ждите. Горга тоже союз от Англии, будь добр, пожалуйста. Этот ученый плавает. Уж и фиг знает сколько. У ацтекского города Уишотла очень интересная моделька. Она выглядит, как будто город стоит на реке. Ну, как будто эти, в смысле, дома прям на реке стоят. На самой, на сваях. Плавучие сады? Нет, да, сам город. Да, кстати, интересно. И амбар. Чтоб не разворовали, видимо. Ну да, самое ценное. Мельница еще водяная в стене. Забавно, я вот Саладину золото все передал, но его нет в игре, но я продолжаю отдавать ему. Мне бы лучше отдал за то, что тебе город дал. На тот момент у меня уже не было золота, извини. Сколько удовольствия у австралийцев? А это как-то вообще посмотреть можно другому игроку? Ацтек, предложение посмотри.
Ого, 320 науки в Австралии. У меня было 500, если бы ты не бегал по всей карте. Именно поэтому я бегаю. Ну, это неинтересно. Ну, вопрос к разработчикам. Как поступать, это просто некрасиво. Войны правила. Это как в Старкрафте было тоже. Разлетались с цешками в углу карты. Особенно она только вышла. Из этого разряда. Ну, не знаю, я все-таки считаю, что как-то контролировать это надо, что чувак куда-то уезжает, смотрит, ну, блин. Не, ну, как ты можешь проконтролировать, если другой игрок, ну, в начале игры сказать, мол, ребят, если кого-то захватывают. Просто передает город свой, ты никак это не проконтролируешь. То, что он на себя города ставит, я как бы молчал, ничего не говорил, ну, хочешь, человек, посиди, пожалуйста. Ну, вот это вот передача города за, там, не знаю, 150 клеток от меня, это просто чушь. Просто в лобби обговорить этот момент, что, мол, если ты сливаешься передавать полностью, город, наверное, да. Там, получай другие города от других игроков. И все. Так, блин, что я хотел сделать? А, во-первых, купить апостола, наконец. Где-то после потери столицы запрещено получать города от этих либо игроков. И передавать им тоже. Тут 5 ходов. Тут 9. В Эритрии надо купить лабу. Ну, что не хватает. Ну, следующим ходом куплю. Кто-то может посмотреть, сколько у австралийцев ход денежек? Просто интересно, как у него там с этим делом. 123 монеты вход. Нифига себе. Четко играет парень. У меня 132 монеты. Ну, армия огроменная. Надо, наверное, уже этого ученого использовать на какое-нибудь чуде. К сожалению, я не найду на 2 клетки хотя бы. Так, тебе еще нужно то предложение, которое ты мне кидал? Повтори еще раз, пожалуйста, не слышно. Предложение, которое ты кидал мне, оно актуально еще для тебя? Да, давай.
бегаю скаутом около гранады. Тут вокруг гранады, не знаю, штук 20 ее дуболомов. 20. То есть гранада наклепала дуболомов. И всю игру с ними ходит. Нифига себе. Нормально. Валета делает то же самое, только она уже корпуса соединила. Не, граната даже до корпусов не додумалась. 13 дуболомов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот тут еще были. А у Преслова там арбалетчики с лучниками. Блин, не купил лабу. Класс, ну чё, ну вот стака. The best steel doesn't always shine the... Подождите, а еще вот еще эти две клетки Е. Вот куда мне надо ученого отправлять. Блин. Озарение для всех технологий информационной эры. Это я круто взял ученого. Смотри, предложение я же поменял. Предложение, в смысле, поменял на другое. Нет, так не пойдет. Да. Это, кстати, читерное очень... Парень. Все информационные эры продвинулись. Минус 7-6 в городах. Пригороды никто не построил, кроме меня, что ли? Ну вот горгой построил, блин. Да что ж у меня все не успевается. NASA spent millions of dollars inventing the ballpoint pen so they could write in space. NASA spent millions of dollars inventing the ballpoint pen so they could write in space. The Russians took a pencil.
Сначала электричество откроем. И компьютеры. Интересно, вот я вижу. Ладно, не буду говорить, нечестно получается. Скажите просто, моделька смарт-порта, как-то она анимирована в зависимости от того, что в ней строится? А уже, уже кто-то космопорт построил? Космопорт, да. Вот шахта, допустим, если на нее назначен кто-то, она начинает там работать. Ну, тележка ездит, поля зеленые становятся. Космопорт. Там появляется что-то интересное или нет? Ракет в него заезжает. Ага. Так, ацтеку, горго, к полику, к австралийцу. Польша, как у тебя дела с атомным оружием-то? Будет, а что? Просто когда первые-то полетят? Ты уже зарядил? Что? Зарядил. Погромче сделай, ни хрена не слышу. Он спрашивает, твои шахты пустые или нет? Мне еще до ядерных бомб, как до Луны. Это Ацтек, да? Это Перс. Кто там построил? Ну, Ацтек уже космопорт построил и уже запуск искусственного спутника делает. Причем два космопорта. Да, и догнать его может только австралиец, который тоже ракетостроение открыл. Все остальные пошли в атомные бомбы. Так что у меня есть предложение Ацтека и австралийца атомными бомбами просто закидать. Нет, стоп, у меня есть атомные бомбы.
И я думаю, ацтек они тоже есть. Только у меня, благодаря счастью, по 40 производств в городах, а вот там все нормально. Пожалуйста. Нет, у ацтека точно нету. Это ты по каменоломне смотришь, да? Шпион из Греческой империи был пойман. Слушай, ну предлагаю обменяться, по-моему, у тебя тоже есть один мой. Ну да, согласен. Встретимся посередине между границами. И наши шпионы будут переданы. Так, давайте попробуем. Ладно, пусть дома сидит. Ваша торговец Аполлония услышала, что Греция торгует с Грецией. It is arguable whether the human race have been gainers by the march of science beyond.
Да, видите, плюс 11%, плюс 5,7% производства от религии. Это неплохо. If winning isn't everything, why do they keep score? Австралиец, тебя уже не устроит такое предложение? Да, нет, уже нет. А так? Может, побыстрее закончу. Ну так ракеты по всем и закончим. Где моя? Тащите. Так, куда-то бомба улетела. У меня какой-то звук был в наушниках, как будто бомба полетела. Да, звук был. Не, ребят, это просто варвар, похоже. Бенджамин Франклин. Варвары? Или на улице там кто-нибудь балуется. Ну, все же слышали. Ракета уже желтый сигнал, то есть на зеленом она, по идее, полетит.
Что-то австралиец даже и не думает строить космопорт. Да нет, я строю. Ну, в самом лучшем городе 20 ходов. Что-то, когда строится. Что-то мне кажется, ацтек тебе по морю привезут атомную бомбу. И будешь ты весь такой в уране обтекать, сидеть. Ацтек классная позиция. Не уверен, что вообще докинуть до него можно. Ну, я напоминаю, что разрушать космопорт не стоит из-за бага. Он после разрушения будет по одному ходу детали строить. И то же самое касается и шпионами, если разрушать. Разрушайте производственные ячейки, вот это вот. Австралиец, а если не секрет, у тебя сейчас есть усталость от войны? Есть, конечно. Не упало, то есть, да? Минус 8. Классно. А я вообще особо не вижу смысла так играть, то есть я сижу, кликаю так просто. Потому что, ну, интерес падает реально абсолютно. Да, это жестко. А просто абуз бессмысленной механики. Продам уран, кстати, кто хочет. Так иди захвати эту медину, чё ты... Да как я ее захвачу? Чем? Она на море я тоже. Я даже не знаю, где она. Я тебе скажу. Плыви направо в самый низ. Плыви по кромке льда, не ошибешься. По южному льду. Как доплывешь до Петербурга, говори. Давай даже я тебе открытые границы дам. Почему вам просто не помириться? А, кстати, да, это второй вариант. Самый простой. Я просто тоже не понимаю смысл сделать минус 8 удовольствия Австралии, но не знаю. Я просто уже не вижу. Так, я сижу. Так а чё вы не помирились? Ну, хотите, я помирюсь, если вам это интересно. Да, помиритесь. Помиритесь. Ещё кто-то скажите, я помирюсь. Что сказать? Кто еще хочет, чтобы я помирился с Австралией? Я не хочу. Ну, брать человека так игру затирать, ну, не знаю. Ты что скажешь? Нет, я ставлю плюсики для того, чтобы помирились. Это, мне кажется, несколько... Ну, уже поздно, на самом деле. Сейчас пока она упадет еще, минус 8, там всего лишь минус 4 упадет. Еще будет, а у тебя 4, сразу 2, будет 2000. Почему сразу 2000? Минус 5, 2000, это 5 несчастья всего лишь. Меня оно ну и выше. Потом каждый ход 200. Отправил мир тебе. Ну давай посмотрим. Хоть это мне не выгодно, но вообще действительно нечестно получается. Да, это вообще ценно. Я даже сам не ожидал. Первый раз такое использую. Я думал, там будет просто штраф по городам. Просто по этой логике я могу тоже взять сейчас, допустим, Австралии войну объявить и промп повысить нас. Тем самым там... Есть ли в этом смысл, что он проекты быстрее делал? Ну, это-то мы в начале игры обговорили, что типа... Нет, ну а вот так вот держать человека... Странный подход, то есть такое мы баним, а вот такой вот... Такой, да, вот такой мы баним. Да, это ж то же самое, по сути. Просто нет, ну просто есть вещи, которые стоит обговаривать сначала, потому что фиг его знает, ну, тем более, что я вообще не понял, как у вас там происходило. У меня такое еще было, я думал, что он там где-то город поставил, например. Не, он город тоже поставил, но это как бы мелочь, я бы их давно захватил, если бы видел в этом смысл, ну, поскольку ему отдали город где-то, где я вообще даже не знаю, где он. Мир висит, австралиец. Я вот сейчас действительно хочу Австралию объявить войну, потому что тупо компенсировать вот эту, ну, сказать, неурядицу. Так нельзя.
Ну, ты ему получится просто победу сейчас отдашь, и все. То есть то, что, ну, то, что ему англичанин объявил войну и компенсировал неурядицу, это так, не ну, очень. Ну, извини, Леш, я шел к нему фрегатами с целью реально повоевать и захватить его города. И у меня даже получилось один город захватить. А просто так объявить ради того, что бонус получить, это уже другое дело. Ну, а то, что человек 15 ходов имел, грубо говоря, такие, минус 8, довольствие. Нет, это норма. Вначале надо обсуждать просто. Я уже предложил идею, вот после падения столицы не обмениваться городами. Надо вообще не обмениваться городами, просто и все. Не, наверное, продолжим. Порой это очень... Следовательские гранты тут куплю. Шахту построить, еще что-нибудь. Лабу. Ну это дает науку просто, и быстрее открываем все. Так, надо апостола прикупить последнего. Следующим ходом. А там отстег уже второй этап пройден полностью. Космической гонки. Ну, надежда на поляка, который кинет в него бомбу. Прям в лицо отстегу. Так, на тебе. Смотри, чтобы космопорт не задел. Да, только не на космопорт. На производственные эти. На город, на производственные. Вот... Прямо на производственный, вот справа от Тиноч Титла, на производственный райончик. Ты как раз заденешь и город, и район, и кампус. Да, они настолько близки, что просто кидаешь ядерку и влетаешь вертушкой в этот город сразу. А космопорт все равно достанет. Почему? Космопорт внизу. Никак он не достанет. Одна клетка. У атомной бомбы одна клетка, у ядерной две. Даже ядерный не достанет, если в этот в промышленную зону кидать. Ну, у тебя еще танки уже подготовлены, тем более. А, так у него уже завершен второй этап, блин. Метку поставил, куда надо стрелять. И более эффективно будет, по-моему. Нет, почему? Смотри, кампус умрет цех. А город? Ну, еще один этот. Так, и город тоже достанет. Две же клетки ядерки. Только ядеркой достанет. Тебе говорят ядерка, вот. А у него атомки. А вы атомкой хотите? Атомкой, да. Нет, давай подождем еще 10 ходов, построим ядерку.
Не, ну можно еще поселять культурку какую-то. Чтобы хоть пробудить. У меня, кстати, усталость от войны так и не прошла. Несмотря на мир, как было минус 8, так и остался. Что-то шахт не вижу особо у поляка. Да, шахт строится, минутное дело, купить инженера да поставить. Вон, под Краковым на болоте прям можно ставить. Неожиданно. У кого шпион сейчас сидел в кумасте? Кто что знает? Повстанцы? Именно. Так тебе ж неплохо, культуру нафармишь. Только мне сейчас с этой культуры толку. Так, у меня тырили деньги в Аргосе, поэтому отправляем в Аргос. Дайте перс со всеми заключит союз. Посмотреть, как эти ядерки полетят вживую. Нет, я просто видел, просто никогда не видел, как они летят, когда открыта карта. Они у кого-нибудь есть вообще? Даже шахты ни одной нет пока. Да шахты — это мелочь. Просто ничего, что-то сам пускался, но не видел. Вот как мы заключили мир, у меня осталось минус 8 несчастья, довольство, усталости из-за войны, и все равно уки 400 стал. Отстой, купил себе инженера, значит, у него тоже ядерки есть. Точнее, еще шахту пойдет строить. Отстой, и есть урант? Да, есть. Одна штука. Две. А, да, тоже вижу. Что, я одну вдруг вижу? Что-то объясни. Ну, а ты внимательнее посмотри, найдешь вторую. Так, я через дипломатию смотрю. Может, одна не обработана. Ага. У меня лидер повис. Помните. The good thing about computers is that they do what you tell them to do. The bad news. The good thing about computers is that they do what you tell them to do. The bad news is that they do what you tell them to do. Не, осталось походу вообще подстрелить, она даже вход не мешает. Может, слишком долго просто было все это делать. Хз. Инженер побежал шахту копать. У Полика тоже инженер появится.
Польша, прими союз. Это кто там просит? Это перс. Как-то маловато дают опыт культуры за современный танк, прям. Я думал, будет больше. The cars haven't advanced that much since we were kids. When you boil it down, it's still a gas combustion engine. Самое время для Эйфелевой башни. Ну а почему нет? Так, ацтеку. Слушайте, я не помню, а если объявить войну человеку, у него сюзерен ГГшка, мне бонус дадут по промке? Нет, конечно. Не понял, ты же объявляешь войну, в чем? Ну, что, а ГГшка объявляет не? Нет. Сейчас протестим. Ну что, дали бонус? Странно. Ну, от этой игры можно всего ждать. Несчастье-то вот не падает, хотя должно. Тоже странно. Твои люди забыли, что такое счастье. Ну чё там? Где бомба-то? Ты такой... С бомбами только предупреди. Down. It's still a gas combustion engine. Ацтек, ты сейчас дружбу прими и потом союз. Это перс. The chief incalculable in war is the human will.
Слушай, так у Англии же не один город, у него три города. А я не стал ни города забирать, когда он назвал этот город начал. Все равно я бы его не убил, только потратил бы время, ресурсы и увеличил бы усталость еще выше от войны. Ну так что, бабах-то будет, нет? Ну тут уже победитель зависит от того, на кого будет бабах. Кроме меня никто не может бабахнуть. А то будет Австралия победителем. Если на Австралию, то, наверное, не знаю я. Слушай, ты либо нормально говори, либо не шепчи, потому что... Ну, нифига не слышу. Да, и напрягаешься, пытаешься тебя понять, только отвлекаешься. Так, на стадион я денежки коплю, чтобы купить его. Окей. Так, а что у нас с ураном? Ага. Так, два урана есть, отлично. Так, дружбу прими. Many of us take better care of our own. Еще раз дипломатию посмотри. Так. Классненько, стадиончик такой. Мощный. Да. Хрен я победю культурой.
Untutored courage is useless. Поляк, ты когда там бомбы-то кидать будешь? Не в этой игре. Что значит не исследовал? Ты первый вышел в уран, но не исследовал атомки? Мы с атомками играем, не только с ядерками, но и с атомками, я так напоминаю. Блин, на тебя только одна надежда. Если ты не кинешь, то ГГ. Never mind the maneuvers. Just go straight at them. Кто, что значит, кто-то кинет? Кто кинет? Может скинуть только ты и... как ее? Спарта. Спарта отстает по науке. Ну, блин, кто-то кинет. Ацтека, скоро у тебя уже последний модуль улетит? Ну, я думаю, ему открыть его надо. Там вопрос не в том, строить, у него же есть этот великий человек. Но у него пока только одна теха вообще открыта из трех. Это еще не быстро. Ну как не быстро, если у него больше всех науки из нас? Ну нет, у меня больше всех науки. Это счастье, минус 3 во всех городах. Все-таки уменьшается? Не, она общая минус 8 как бы висит. Ну осталось вот если открыть, показать информацию о городе, да, то там минус 8. Ну а минус 3 это то, что я смог люксами там и прочим довести до такого состояния. Австралия, у тебя-то есть ядерки, нет? Нет. Ну, то есть они у меня открыты, но мне как-то это... Какой мне смысл их строить?
Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.